Ребята, сегодня у нас какое число? 24 января. Холодно, снежок у нас пошел, как видите. Автобус грязный, снег с него послетал. Холодно, елки-палки, моталки. Я выезжаю с обеда. Так, приподниму это, да, как оно здесь отломано или что? А, вот так. Выезжаю с обеда, холодно, голодно. Дома отдохнул. Так, включаем фары. Свет в салоне. Так. Все, поехали, ребятушки. Снялись с ручника. Здесь у нас ямы, кузов вверх максимально. И потихоньку едем. Так, насколько хватит у меня заряда, я не знаю. Я и заряжал, и все. И вроде бы был заряд на GoPro, а сейчас смотрю, а там только 16% от общего. 16, ребята, процентов. И это труба с этим GoPro. Очень ужасно. Оно глючит вечно. Но снимает вот изображение, звук шикарно. Что есть, то есть. Так, зелененькая маршрутка, что делаешь? Ага, там легковушечки. Дякую. Выезжаем на маршрут. Я обедал, отдохнул, выспался и выезжаю дальше. Время, кстати, 16:58. А уже, считайте, вечер. Уже как бы ночь. Маршрутка заезжает, а я как раз выезжаю. А работать мне еще долго-долго, ребятки. Полный газ. Автобус отлично ускоряется на снегу, льду, в этой снежной штуке. В каше в этой он идет на все 100. Легковушки буксуют, а мы валим. Ребята, никто не хочет уступить, видите? Все едут и едут. Мы ему поморгаем, дякую. Надо газовать. Оп, успели мы нормально, спасибо. О, разгоняется он очень хорошо. Видите? Я выехал из автопарка. Так, здесь уже можем включить маршрут 24. И начинаем с остановки Каплычка. Здесь школа барбершоперов, или как она там называется? Школа барбершоперов, вроде бы. Вот, резко останавливаемся. Вот, и он так работает. Отлично останавливает. Ребята... Вы как-то бы левее хоть встали чуть-чуть. А то мне уже на желтый уже надо идти. Видите, и там люди, и тут. А вы туда влево идите. Вот там сплошная линия. Они здесь все встают хоть как. Так. Останавливаемся на нашей остановке. Открываем эти двери и средние двери. Рассчитываемся с людьми. И билеты здесь. Добро. Дякую. Дякую. Так, все. Два человека у нас, да, зашло. Рассчиталось. Левый поворотник и поехали дальше. Сегодня в городе пробки. Все буксуют. Аварии были здесь. Авария там случилась, и все, и такая потом пробка была невероятная. А все из-за... Стой, парень. А все из-за этого, что взяли и сузили дорогу, а этого делать было нельзя. Наоборот, надо расширять. А они спроектировали и сузили. И это все, это катастрофа. А город-то расширяется, и машин
все больше, и жителей все больше и больше и больше. А дороги, ну, уже становятся. Я снимал еще видео, там такое ускоренное чуть-чуть. Сколько снял, столько снял. Вроде бы снял, как я снимал, как я еду наверх и в гараж. Или нет, я уж не помню. В общем, все это будет или в этом видео, или как-то отдельно. Даже не знаю. Так, зеленый мигает, но мы едем на стрелку и всем уступаем. Всем, кто захочет идти. Сейчас я рассчитаюсь тут и опять включусь. Надеюсь, что ровно снимает. Вот такие пробки, такая каша. Обожаю такое. Закрою окно. Обожаю снег, обожаю вот зимой ездить. Для меня это все, для меня это сказка. Летом скучно, но уверенно. А зимой есть что-то в этом такое, что суперовое, когда скользко, когда снег. Парень, надо включать, у него как-то показывает очень неправильно поворотник, если показывает. Вот, газу даешь и пошел, пошел, никто не выходит. Поехали, ребята. Опаздываю на 2 минутки, но едем спокойно, уверенно. Не сильно спешим, ибо если будешь спешить, потом ремня будешь по заднице получать. Во всех смыслах. Ребята идут с парка, они там на санках накатались, я думаю. Так, ребята, не останавливайтесь просто так. Не пропускайте, езжайте, потому что сзади люди едут и не рассчитывают, что вы остановитесь. Потому что вам захотелось остановиться. Так, здесь у нас один человек выходит. Вот, мы видим в камеру. А, она загасла. Камера погасла. Вышел, все, закрываем. Никто больше к нам не идет, не бежит. Левый поворотник потихоньку. Так, нам уступают, спасибо. Выскочили. Скажем ему спасибо аварийной сигнализации. 2 раза. Едем дальше. Здесь участок опасный, скользкий. Тут все останавливаются. И тут так раскатали. Но сейчас уже растаяло. Но до того здесь было очень скользко. Так, хорошо. Здесь у нас тоже 2 человека, как видим, выходят. Поэтому останавливаемся на остановке. Открываем средние двери. А, и на задних тоже хотят выйти. Откроем средние и задние. А закроем руками. Вот, смотрите, ребята. 1, 2. Закрываются? А средние почему-то не закрылись. Вот, сейчас закрылись, да? Да. Закрылись. Все, поехали. Может, я нажал как-то не совсем ровно. Сейчас мы попробуем и открыть с панели, и закрыть с панели тоже. Это интересно, увлекательно. А снег уже пошел. Крупный-крупный такой снежок. Нападает сейчас, я думаю, за ночь столько снега, что утром будет, ох, как весело, ребята. Если хотите, я сниму утром, потому что у нас такая специфика, что мы идем одни из первых на Ужну, а Ужну находится на горе. И если там в 6 утра не расчистят, то мы туда, ребята, не заедем. И будет, соответственно, залет, скандальчик, неприятность и срыв графика, срыв маршрутов.
Но мы в этом будем не виноваты, потому что иногда мы выехать не можем. Так, открываю. Открылось. Так, человек выходит. И вот закрываю. Бум. Так. И закрывается. Видите? Все. Левый поворотник. Гольфик пускай идет. Давай, а мы потихоньку выедем. И гольфик как пошел. Как он поехал. И мы тоже за ним. Но сейчас уже не так, потому что лед сбился и очень ямы такие стали. Ну, лед как образовал стиральную такую, стиральная доска, что ли. В общем, очень ехать неприятно вот здесь. А до этого днем было шикарно ехать. Можно было лететь на все 100. Ну как на все 100? Не, конечно, не на все 100, но аккуратно. Так, у нас хотят выйти на Осипенко. Улица Осипенко. Так, я не знаю, сколько у меня хватит заряда. Может и хватит что-нибудь. Так, здесь выходят. Здесь уже откроем с кнопочки. Чтобы не это. Йосе, привет. Чтобы не мучиться. Раз. Открываю и там. Но если видно вам. Вряд ли, что видно, потому что уже вечер. А вечером у нас освещение такое себе. Так, левый поворотник. Потихоньку едем, потому что чаще нам не уступают, но и мы тоже смотрим, чтобы не сделать аварию. Водитель автобуса, он должен смотреть, следить за всеми. И слева, и справа, и сзади, внутри, и спереди. И снаружи автобуса, и внутри автобуса. Автобус у нас длинный. Увесистый, останавливается не так, как хотелось бы. А плюс такие вот случаи два раза было сейчас. Я ехал, и люди и выходили, и заходили, и женщина упала справа. А кто-то бы спешил, не заметил бы, двери бы закрыл, уехал, и можно раздавить так. И будет, ребята, очень все трагично. Поэтому в городе абсолютная внимательность. Здесь я останавливаться не буду, потому что меня сзади могут шлепнуть. Тут, извините, ребята, но я не остановлюсь. Так, здесь у нас никто не хочет выйти, а хотят выйти спереди. Но спереди нельзя выходить. Ну ладно, пускай выходят. Люди у нас такие, что кричишь, говоришь, что выход сзади и посередине, а они спереди идут. С этим бороться мы не в силах уже. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так что абсолютное внимание в городе. Так, время сколько? 17:16. У меня отправка с Ужну 17:31. Я спокойно успеваю, безо всяких. Так, сейчас я выключусь, а включусь еще, как я буду ехать наверх. Потому что зарядка не ахти, и включаем зарядку сейчас. Что она все время глючит у меня, то выключится, то еще что-то. Вон, идем по снежной покаше этой, так сбоку, где снег есть. Очень хорошо идет. А мягко так. Класс. На этом, ребятки, я буду заканчивать. Быть может, завтра еще днем сниму. Если снега много нападает, то сниму. Так, здесь у нас вот конечная. Мы тут разгружаемся и едем, и там уже будем опять загружаться. Здесь конечная. Так.
Так, выходят люди. Выходят. Все. А, мы можем сейчас, подождите секундочку, да, точно. Пока еще есть этот, да. Дворники выключу. Посмотрим, что внутри. Внутри работает отопление. Я сегодня вышел на замену, сползает снег. Снежок сползает. Интересно, да? Давай, давай. Так, болото, конечно. Сместим вот эти штуки, чтобы было удобно людям заходить. И будем ехать дальше, далее, 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 ребятки.